6 команд, 4 мужские, 2 женские, футбольный турнир. Среди общественников, депутатов, представителей администрации молодежного парламента проходит не впервые. Но в этом году он особенный, посвящен созданию Одинцовского городского округа. Мы играем 5 в поле, 1 вратарь, 10 минут тайм, как бы, да, вводим мяч ногами, да, вратарь вводит от ворот руками. В принципе, стандартные такие вот летние правила футбола 6 на 6. На воротах одинцовских общественниц стоит капитан команды Ольга Кравченко. Говорит, выбрали по старшинству. После прошлогоднего турнира футболистки сделали выводы и к этому матчу готовились основательнее. Советами помогали мужья. Все научились, что нужно бить не носком, а боком. Вот. Научились. Все друг другу дают советы. Кто-то посмотрел даже дома предварительно. Кого-то мужья научили. Говорят, бей не так, а вот так, лови вот так. Молодость против опыта. По итогам жеребьевки депутатам Одинцовского округа пришлось сыграть с представителями молодежного парламента. Народных избранников соперник не испугал. Многие занимаются спортом регулярно, а значит, готовы принять вызов. Впрочем, как и большинство участников турнира. 2-0 выигрываем пока. Команда ничего, конечно, ну, молодежь, там молодежный парламент сопротивляется, да, но пенсионеры как бы, ну, не дают спуска. Пока ведем, надеемся победить. Подготовка идет в таком хорошем режиме. Зимой мы на лыжах, вот, летом, соответственно, как бы футбол, бег, различные эстафеты. То есть такие достаточно хорошие спортивные формы. Одинцовской общественнице удалось добиться цели. Она одержала верх над женской сборной молодежного парламента со счетом 7-0. Впрочем, победа в этом турнире не главное. Куда важнее на свежем воздухе, в неформальной обстановке, встретиться с друзьями и единомышленниками. Евгения Августина, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».